Историко-краеведческий музей представил широкой публике эксклюзивный выставочный проект «Дмитрий Павлович Мещеритин. Возвращение в Сарапул». Это выставка работ нашего земляка, родившегося в Сарапуле в 1894 году. Династия Мещеритиных и род Мещеритиных – это род, который очень активно представлен в сарапульской истории. Мещане, крестьяне, купцы – это очень крепкий род, который с 17 века практически прослеживается, жизнь этого рода практически прослеживается в Прикамье. Дмитрий Мещеритин известен как художник-графист, мастер книжной и журнальной иллюстрации, сотрудничавший с ведущими московскими издательствами и журналами. Он совершенно изумительный график, художник-иллюстратор, известный. Вот. В советское время он состоял в Союзе художников СССР. Работал со многими издательствами страны, иллюстрировал многие детские книги, взрослые книги, журналы, различные публикации. Вот. И у него работы такого высокого уровня, что, в принципе, они как учебное пособие для современных дизайнеров, художников. Но о нем, к сожалению, сейчас мало кто знает, только в узких кругах художников и декораторов. Экспонаты персональной выставки приехали в наш город из Казани. Именно годы, проведенные в этом городе, стали определяющими в профессиональной деятельности художника. Ведь здесь он учился в Казанской художественной школе. На выставке горожане смогут увидеть иллюстрации художника к книгам и журналам, пейзажные работы, пропитанные особой любовью и добротой к природе. Также выставка раскроет еще одну ипостасию творца-графиста – его актерское дарование, которое воплотилось в нескольких фильмах. У посетителей будет возможность посмотреть фотографии со съемок фильма «Крупная неприятность» 1929 года, где Мещеритин сыграл одну из ролей. Это на самом деле кадры с съемок двух фильмов «Немое кино» 29-30 года. Сам Дмитрий Павлович снимался в двух фильмах. Выставка в Сарапульском музее будет работать до февраля по адресу Первомайская, 68. А если вы хотите насладиться эксклюзивными экспонатами, добро пожаловать на музейные десерты, которые проходят здесь каждую первую субботу месяца. Музейные десерты – это особая форма мероприятий, когда показываются некие редкости, которые не будут представлены всеобщему обозрению. Вот те работы, которые покажут на музейных десертах, не будут представлены в общей экспозиции. Поэтому для того, чтобы с ними ознакомиться, надо прийти дополнительно. Десерт – это всегда нечто, что дает особое настроение.